Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь с вами можем садиться за один стол и понимая, что мы в новом сезоне, но в то же время внешние обстоятельства могут говорить еще о том, что мы в зиме. На самом деле уже давно весна, и мы в ней движемся, потому как мы знаем календарь. Но не всегда так бывает в нашей жизни по обстоятельствам. Если обстоятельства сгущаются, то нам кажется, что это зима. Что здесь и Бог, может, не совсем слышит, и какие-то случайности начинают происходить. На самом деле в жизни любящих Бога нет случайностей. Нет обстоятельств, при которых человек был бы забыт Богом, либо выпал из его фокуса. Самое главное – наблюдать за своим сердцем. И когда ты знаешь, какой твой Бог, тогда ты можешь не сомневаться в его заботе, в его любви, невзирая на обстоятельства. Мы сейчас именно в таком периоде жизни с Давидом. Находимся там, где он, расставшись с Иоаннафаном, бежит и прячется, и ищет какую-то для себя опору. Опору сейчас мы говорим о том, чтобы просто найти питание и взять какое-то оружие. Потому что он ушел из дома, из дворца Саула ни с чем. И поэтому в этот момент человеческое смятение или ощущение себя забытым, потерянным, оно где-то, наверное, присуще каждому человеку. И Давид не исключение. И поэтому ты можешь тоже переживать какие-то подобные вещи, но имей в виду, Господь не забыл тебя, Господь тебя не потерял из вида, и Он знает, кому, на каком этапе, как помогать. И в данном случае мы можем прочитать текст, уже когда Давид находится у священника. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы». Посмотрите, Давид, скорее всего, до этого не ел этот хлеб, потому что он принадлежал священникам. Давид – воин, он уже царь по помазанию, но не по факту. И поэтому в данном случае ему эти хлеба-то не принадлежали. Но Господь его сейчас кормит особым хлебом перед теми особыми ситуациями, в которых он оказался. И поэтому дает ему возможность поесть от его стола даже в физическом плане. И в этом смысле мы можем говорить о посте, либо можем говорить о каких-то, помните, пост Даниила, или, по крайней мере, сетование Даниила, когда он вкусного хлеба не ел и молился о том, чтобы Бог открыл ему свои тайны. То я хочу как раз сказать, что когда Господь дает нам питаться от его хлеба, с этим приходят откровения, приходят какие-то особые для нас понимания, как действовать и что, когда делать. В данном случае Давид ест от этого хлеба, на самом деле Господь с ним таким образом тоже еще раз подтверждает завет. Потому что раньше завет укреплялся, осуществлялся за счет смены одежд, перемены оружия, когда менялись друг с другом, и когда ели за одним столом. Поэтому в данном случае Господь дает ему поесть от хлеба во святилище и укрепляет заветные отношения с Давидом. Если у тебя есть какие-то трудности сегодня, ты можешь утвердить это заветными отношениями в причастии. И насколько это сильно бывает, когда человек каждый день может утверждать завет с Богом и говорить о том, что я в завет вступил осознанно, и ты, Господь, подтверди его, и в этом дне для меня защити, сохрани от опасностей. И мы сегодня в этой молитве утвердим завет твой с Богом и каждого из нас. Небесный Отец, я благодарю Тебя за силу заветных отношений. Я благодарю Тебя за силу Твоей любви к нашим сердцам. Я благодарю Тебя за силу нежности Твоей, за силу заботы Твоей, даже тогда, когда наши физические глаза не видят Тебя рядом. Но я благодарю Тебя, что и как воздух мы его не видим, но без него не можем жить. Поэтому точно так же с Тобой, Господь, мы дышим Тобой, мы питаемся Тобой, мы храним и Тобой, и мы под защитой Твоих крыл и днем, и ночью. И благословляю каждого человека, кто вступает в новый день жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.